Всем привет, ребята! С вами я, Диана, и в этом видео у нас с вами рубрика новости. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но и не забывайте, что на Star Pets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox Star Pets будут в закрепленном комментарии и в описании. Перед началом этого видео напоминаю тебе про свои социальные сети. Во-первых, это телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на разных Flyred питомчиков. TikTok, лайк и мой профиль в Roblox. Если ты хочешь на них подписаться, то переходи по ссылке в описании и подписывайся. Ребята, сразу говорю, чтобы вы не обращали внимания на мой голос, потому что я болею, у меня жестко болит горло, и в этом видео я запускаю конкурс на Flyred черепах. Условия в конкурсах у меня, как всегда, очень простые. Это подписка на мой канал, поставить лайк на это видео, в комментариях написать, что вы участвуете, и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. И победителя из прошлого конкурса я тоже выберу в следующем видео, поэтому можете поучаствовать в прошлом видео. И, ребята, наши разработчики нам наконец-то показали новых питомцев. Целых 2 штуки, ребят, давайте я вам быстренько их покажу. Но сначала я вам скажу дату обновления. Это 1 декабря, то есть завтра в 18:00 по московскому времени, либо же в 19, точно не помню. Вот, ребята, вот таких вот 2 питомца нам показали. Один легендарный, другой камоновский, ребят. Очень классно они выглядят. Даже камоновский выглядит как на ультраредкого питомца. Все очень классно. Обновление у нас с вами выходит 1 декабря. Я, как назло, заболела, когда нужно снимать много видео. Поэтому как-то так, ребят. Ну, а если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Потому что я планирую делать и неон питомцев, и мега неон питомцев. И, конечно же, буду вам это все показывать.